Я думаю, что дресс-код нужен для госслужащих, людей, которые общаются непосредственно вот с людьми. Вот. Но соблюдать или нет, это уже зависит от человека, наверное. Ну, я работаю на госслужбе, в противопожарной службе. Вот. И дресс-код у нас, ну, неофициально, как в правительстве Архангельской области, установлен. Вот, стараюсь соблюдать. Кожаное самое главное, а остальное уж, это уже дело вкуса человека, мне кажется. Но на работе должно быть правильно все. Я считаю, что дресс-код как таковой в школе нужен, потому что оно более, как бы, дети организованы, и это и дисциплинирует, я считаю. И более красивее выглядит вся школа в целом, весь коллектив. Когда я работала, моя специальность не была связана с дресс-кодом, но мне была спецодежда, белый халат, поэтому о какой-то корпоративной одежде речи не было. Я думаю, что как-то дисциплинирует точно так же, как и, предположим, школьная форма. Ну, не очень хорошо, когда все такие одинаковые. Удобнее ходить в той одежде, которая мне больше подходит.